Добрый день, уважаемые зрители! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас необычная тема. Тема называется «Как внести диван в квартиру?» Точнее, дверной проем. Проемы. Многие, наверное, покупая новую крупногабаритную мебель, задумывались, как будет выглядеть этот процесс. Вот и у меня возник такой вопрос. В интернете советуют померить размеры мебели, а у нас это диван, и размеры дверного проема. Все хорошо. Но всегда есть нюансы, подводные камни. Мы понимаем, что современная мебель не всегда соответствует планировкам квартир. Хоть и построены эти квартиры не так давно. В общем, я пошел дальше, чем просто измерить все размеры проемов и дивана. И вот что я сделал. Я выполнил в масштабе 1 к 10, то есть в 1 сантиметре на плане 10 сантиметров в реальности. Это самый приемлемый масштаб. В масштабе планировку лестничного марша, стен, входного проема, дверей, прихожей, частично мебели на пути дивана, углов и гостиной или просто зала. Даже мелких выступов от 2 см на дверной коробке я постарался сделать. Также сделал в масштабе, начертил планируемый диван, вырезал его в плоскости и сейчас покажу, что получилось. Итак, вносим диван, первая его часть. Вот, идем, поворачиваем. Мы видим, что расстояние между выступающими углами и диваном не более нескольких сантиметров. Идем дальше. Проходим аккуратно. Для надежности можно ножки задние снять. Проходим, идем. Все проходит. И вот результат. Диван прошел успешно дверные проемы. Вторая его часть проходит также. В чем можно убедиться на плане? Вот, пожалуйста, вторая часть. Она тоже проходит. Внести диван по-другому, другими его частями, невозможно без явного повреждения объекта. Разве что сняв внутреннюю дверь. И то это будет проблематично внести. Кто там, возможно, делает планируемые операции по доставке дивана внутрь квартиры с помощью компьютера, специальных программ. Но таких людей немного. А есть ли такие движимые бумажные объекты, как у меня, не знаю. Так что, друзья, если кому-то надо будет решить такие вопросы, как внести диван или другую мебель, то можете воспользоваться моим советом, чтобы не возвращать эту мебель, а в частности диван, назад, потом в магазин. Такие случаи, говорят, были. Пишите, друзья, в комментариях, были у вас случаи, когда мебель не входила в дверной проем. Возможно, приходилось ее разбирать для этого. Опять же, это все на бумаге и с помощью бумаги. А как это будет на самом деле, время покажет. Пишите, друзья, полезно ли было мое видео. А с вами был Сергей Суховерхий. И до новых встреч. Пока.